Добрый день всем моим подписчикам, а также тех, кто интересуется ремонтом автомобилей и смотрит мой видеоканал. В сегодняшнем видеообзоре будет показана замена масла в коробке на автомобиле Suzuki SX4. Эта машина японского производства, бывает еще венгерские. Вот я показываю измерительный шуруп, которым мы будем измерять уровень масла в коробке. Итак, с чего надо начинать? Ну вот видите, сам картер и слитная пробка, кстати, подголовку номер 14. Добавлю, что замена масла включает в себе еще и замена масляного фильтра, который находится внутри картера коробки, и поэтому нужно снять сам картер. Но перед снятием нужно освободить место. Для этого нужно снять половинку пластмассового защитника с левой стороны. Он крепится несколькими болтами и саморезами под головку номер 8 и 10. Аккуратно снимаем, хотя иногда бывает, что эти болты ржавеют, и при откручивании бывают случаи, что ломаются внутри резьбы, так что в этом плане будьте довольно-таки осторожны. Иначе придется, скажем, сверлить и заново вот ставить резьбу. Вот боковая, еще там есть кнопка внутри арки. Но пластмассовая, это тоже нужно снять. И защитник снимается. После снятия защитника я настоятельно рекомендую хорошо очистить картер вот в тех местах, где стоят болты. Во-первых, вот вы видите, концы болтов выходят наружу, и со временем они покрываются грязью, и при откручивании могут создать проблемы. Так что нужно хорошо очистить и смазывать. Кроме этого, после очистки у вас есть гарантия, что при снятии картера грязь не попадет внутри коробки. Труднодоступные места вот спереди, с левой стороны. Здесь нужно иметь такой короткий ключ. Кстати, все болты под номер 10. Теперь открываем пробку сливную картера. Ставим тазик и сливаем масло. Ну, по виду масло довольно-таки прозрачное, так что не так много эксплуатировалось вот это масло в коробке. То есть меняется вовремя. Где-то, по-моему, 80 тысяч километров был пробег этого масла. Когда масло полностью вытекает из пробки, заливаем вот это масло в канистру, чтобы иметь представление, сколько было слито. Ну, вы видите, где-то около 3,8 литров. После этого начинаем откручивать болты, после того, как мы их ослабили. Да, еще полностью затягиваем сливную пробку, потому что больше мы не будем обращаться к этой пробке, чтобы потом не забывать полностью затягивать. Ну, конечно, как вы знаете, нужно ставить еще уплотнительное кольцо из меди или из алюминия. Ну, лучше, конечно, из меди. Теперь вот ставим тазик и осторожно снимаем картер. Думаю, мы первый раз снимаем этот картер, так что здесь нету герметика, и картер спокойно снимается. Если, скажем, предыдущий мастер смазал герметиком вместо того, чтобы заменить прокладку, то бывает, что при снятии картер может гнуться, и вот при установке будут проблемы с пропуском масла. Так что постарайтесь аккуратно снимать вот этот картер, чтобы не прогнулось с края. Иначе он не будет плотно сидеть и все время будет капать, или, в общем, масло будет выходить наружу.
Вот сняли картер. Как вы видите, здесь два магнита. На них есть остаток фрикционных дисков. Немножко изношенность есть в коробке, но думаю, это нормально. То, что слили вот после снятия картера, опять же заливаем канистру, чтобы иметь представление в конечном итоге, сколько было слито масла из коробки. Вот вы видите, я осторожно снимаю старую прокладку. Постарайтесь ничего не повредить по краям коробки, корпуса коробки. Ну вот, прокладка снята. Вот теперь я показываю фильтр масляной, который стоит внутри коробки. Он крепится тремя болтами под головку номер 10. Один болт длиннее двух остальных. Ну, при снятии вы сразу там это увидите. Вот этот болт в середине довольно-таки длинноватый по сравнению с двумя другими болтами. Болты очень легко откручиваются. Также на фильтре есть торовая прокладка. При снятии убедитесь, что он не осталось внутри коробки, потому что когда будете ставить новый фильтр, то он может точно не совпадать, если старая прокладка будет на коробке оставаться. Вот вы видите, я показываю эту прокладку. Опять же сливаем остаток масла в канистру. Кстати, фильтр из себя представляет тонкую сетку. При крайних случаях, если у вас под рукой нету вот нового фильтра, можно, думаю, очистить, скажем, карбюратор флешем и поставить вот этот фильтр на место. Вот новая прокладка. Конечно, замечу, что чисто не оригинальные. А это сам фильтр. Обратите внимание, что на фильтре уже есть новая торовая прокладка. Теперь ставим опять же фильтр на свое место. Затягиваем три болта. Особо не стараемся затягивать, где-то 8 ньютон-метров нужно иметь усилие здесь, если у вас есть динамометрический ключ. Как вы видите, по конфигурации немножко он отличается от заводского фильтра. Теперь вот очищаем края корпуса коробки стекловатой, чтобы остатки старой прокладки не мешали и новая прокладка плотно села на свое место. После этого обязательно протираем тряпкой, промоченной в бензине, чтобы не было никаких таких маленьких остатков от стекловаты, ничего не попало внутрь коробки. Все-таки коробка довольно-таки сложный агрегат, и все может помешать его работе. Вот и видите, мы почистили картер, магниты. Теперь остается ставить прокладку и картер на место. Что нужно делать? Ну, я, можно так сказать, это лайфхак. Я смазал вот края картера густым таутом.
чтобы прокладка села и не проскальзывала при установке. Ну, можно намазать герметиком, хотя я не рекомендую, потому что потом придется очистить этот герметик. А вот густой таут самое то. Прокладка плотно сидит и вот не соскальзывает во время затягивания картера к корпусу коробки. После этого начинаем устанавливать болты. Конечно, перед этим нужно эти болты хорошо очистить, резьбу. Вот я еще поставил направляющую. Ну, это довольно-таки упрощает работу. При установке картера можете использовать этот метод или, в принципе, обойтись без этого. После того, как все болты ставлены на свои места, круговой таким движением затягиваем, то есть доводим их до места, но полностью, конечно, не затягиваем. И после этого уже начинаем затягивать динамометрическим ключом. Опять же, здесь натяг должен соответствовать 8 ньютон-метров на динамометрическом ключе. Затягиваем поочередно, крест-накрест. С разных сторон. Теперь я показываю то масло, которое мы сейчас будем заливать в коробку. Вот его квалификация, то есть классификация, извините. Сделано в Германии. Масло заливаем через, значит, трубку, в котором заходит масляной щуп. И после заливки проверяем уровень масла. Несколько слов, как пользоваться вот этим измерительным шупом. На шупе есть вот 4 метки. Там написано S и H, то есть cold и hot, hot, то есть холодный и горячий режим работы. Вот две метки это показывают холодную уровень, максимум и минимум масла, а вот здесь уже в горячем состоянии минимум и максимум, то есть в горячем состоянии уровень масла в максимальном виде вот должен соответствовать верхнему пределу вот этой метки. Мы залили где-то 5,5 литра масла. Вот вы видите, уже полностью масло залито. И, в принципе, можно этим закончить нашу работу. Всем спасибо за просмотр видео. Желаю всем удачи, безопасной езды. Пока!